посетить музей, не выходя из дома. 16 мая, в преддверии Международного дня музеев, музеи Владимирской области вновь присоединятся к акции «Ночь в музее». В этом году она впервые пройдет в онлайн-формате. Владимиро-Суздальский музей-заповедник посвятит свою ночь в музее обновленному музею «Хрусталя» во Владимире. Мы привыкли видеть в этот день толпы людей с детьми, которые приходят к нам и ждут какого-то чуда, какого-то сюрприза. В этот раз все будет по-другому. Но самое главное, что музей сделал подарок и сдержал слово. Музей «Хрусталя» во Владимире будет открыт. С 19.00 на официальной странице музея ВКонтакте владимирцы смогут увидеть презентационный ролик о Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и фильм «Гимн стеклу», который позволит насладиться красотой музейной хрустальной коллекции. Видеоэкскурсию проведет гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова. Маленькие посетители музея смогут научиться рисовать витраж, а художник по стеклу Луиза Матасян проведет видеоэкскурсию по выставке «Стекла. Связующая нить». Присоединиться к ночи музеев и центр пропаганды и зона. Официальные страницы учреждения ВКонтакте пройдут 4 различных трансляции. В 19.10 стартует онлайн-встреча с московским художником-импрессионистом Вячеславом Короленковым. Он расскажет о себе, о своем творчестве и об импрессионизме в искусстве. Все желающие смогут задать художнику вопросы, а в процессе встречи Вячеслав напишет небольшой этюд. Второй информационный блок у нас будет посвящен экскурсии по выставке, ну это виртуальная выставка, работ Виктора Николаевича Титова. Это известный владимирский художник, художник-фронтовик, участник боевых действий, битвы в Сталинграде. Завершится ночь в музее в центре пропаганды ИЗО творческими номерами. В 20.20 начнется трансляция записи концерта владимирского поэта Андрея Варламова «Лирика отражений». А в 21.00 владимирцы смогут увидеть запись концерта вокальной группы «Форманта». Своя ночь в музее пройдет в официальном сообществе музея ложки ВКонтакте. В этом году ее основной темой стали цветочные символы. Начнется ночь в музее в 17.00 с мастер-класса по созданию цветов из пластиковых ложек от мастерицы Полины Паниной. В 19.00 директор музея, коллекционер Татьяна Пекунова проведет лекцию-экскурсию о цветочных символах на ложках. И мы бы хотели рассказать, что не всегда тот или иной цветочный орнамент появился на предмете декоративно-прикладного искусства просто ради красоты. На самом деле часто это несет глубокий смысл. А в 20.00 самые маленькие онлайн-посетители музея услышат сказку о дюймовочке. Ее Татьяна Пекунова расскажет с помощью коллекции ложек из олово-работы мастера Николаса Гиша и иллюстрации владимирского художника Юрия Ткачева. Также акция «Ночь в музее» пройдет на официальных страницах всех муниципальных музеев Владимирской области.